Что будем делать? Будем принимать. Какое давление? Пока в норме. Я должна тебе открыться. В чем? Открытие на три пальца. Я беременна. Кто отец? Твой отец. У меня будет брат? Сестра! У нее воды отошли. Феликс, прости, что я здесь говорю? Стоп, стоп, стоп! Ну, ребят, ну зачем вы мне кино портите, а? Ну, у вас роженица рожает, а вы на тексте расселись. Ну, все должно быть легче, в проброс, понимаешь? А вы лучше тушьтесь. Давайте еще раз попробуем. Тоже мне звезды. Камера, мотор, начали. Что будем делать? Будем принимать. Какое давление? Пока в норме. Я должна тебе открыться. В чем? Открытие на три пальца. Я беременна. Кто отец? Твой отец. У меня будет брат? Сестра! Вот это сила! Она в сознании? Да! А я нет. Стоп, ну, ребята! Ну, Лёня, ты почему здесь-то падаешь? Ты должен в конце сцены падать. И ты не играешь события. Событие какое? Бывшая любовница ушла к твоему отцу, то есть стала твоей мачехой, понимаешь? Как время называется? Напряжение. Так вот дайте мне прочувствовать это напряжение. Массовка, играйте лучше. Дашенька, у вас все замечательно. Все прекрасно. И это прекрасно. Да это полный трэш. Давайте еще раз попробуем. Камера, мотор, начали. Что будем делать? Будем принимать. Какое давление? Пока в норме. Я должна тебе открыться. В чем? Открытие на три пальца. Я беременна. Кто отец? Твой отец. У меня будет брат? Сестра! Вот она шли! Она в сознании? Да! А мне как-то не по себе. Подожди, я еще не все сказала. Нет, ты и так откусила слишком большой кусок пирога. Феликс, скажите, а как я должна сказать ему «я люблю тебя»? Да сколько можно? Тоже мне, артисты! Смотрите и учитесь! Олеся, давай! Ага. Что будем делать? Будем принимать. Какое давление? Пока в норме. Я должна тебе открыться. В чем? Открытие три пальца. Я беременна. Кто отец? Твой отец. У меня будет брат? Сестра! У меня воды отошли. Она в сознании? Пока да. А мне что-то не по себе. Подожди, я еще не все сказала. Ты и так откусила слишком большой кусок пирога. Я люблю тебя, Леня. Ну как? У нас
Светочка. Гениально! Целую руки. Вот она, сила искусства.